Грушев. Сергеев. Не стал бросать Сошников. Переводит шайбу на Кугрышева. Бросок и гол! Дмитрий Кугрышев становится автором первой шайбы Салавата Юлаева в сезоне 19-20 годов. В прошлом сезоне первую шайбу Салавата забросил Йонас Кемпайнен. Кемпайнена уже в составе уфимской команды нет. Ну и Дмитрий Кугрышев наконец воспользовался своим шансом. Было у него попадание в штангу в начале второго периода. Ну а сейчас откликнулся он на передачу Никиты Сошникова. И броском в касание пробивает Джереми Смита. 1-1.